Итак, я даже сама не ожидала, это было быстро, очень умалённо. Вот что это пришло. Ой, как это мило. Это форма пришла. Та форма, которую я мечтала купить для шелковых бисквитов и чизкейков. Очень удобная, потому что здесь съемное дно. Это очень красиво. Вот так вот. Все такое ровненькое, аккуратненькое. Даже ни одной царапины нет. Ни одного изъяна и царапины. Вообще просто шедевр. Мне очень нравится. Супер. Так, следующее. Много-много мелких посылочек. Интересно, что же здесь? Такой очень-очень маленький. О, заколочка! Это заколочка! Какая милота! Вау! Просто нечто. Она такая нежная на ощупь. Такая красивая. Кстати, ее можно вот так вот можно носить еще. Очень люблю. О-о-о-о-о-о-о. Это одежда, это собачья одежда. Но это не моя, это для собаки одежда. Вот, но так как это не для меня будет одежда, то я ее открывать не буду. То есть не для моей собаки. Вот, ну я вижу, что это очень хорошее качество. Ну как, очень прям хорошее. Для такой цены это хорошее качество. Так, следующая. Маленькая посылочка. Какая коробочка. Ой, как это мило. И открываем коробочку. И там сережечки. Наверное, вот как красиво. Насколько мне известно, она одевается вот так вот. Вот. А это устанавливается вот в эту дырочку. И вот такой вот эффект. Мне прям очень нравится. Очень красиво. Смотрится так фантастично, необычно. Прям очень мило. Итак, это ушко я закрываю. Так вот волосы накладываю. А с этой стороны наоборот открываю. И у меня здесь вот такая кафа. Ох, как я давно мечтала о кафах. Это такие сережки, которые носятся только с одной стороны. И эти я заказала, они 925-й пробы, золотое напыление. Мне очень нравится. И смотрится очень стильно и уместно к любому наряду. Мне очень нравится, это смотрится очень. Сейчас ее прикреплю и посмотрю, как это будет выглядеть. Я хочу сказать, что с этой резиночкой можно уйму всего сделать, и я хочу сейчас еще попробовать. Может быть, не с этой. Еще, я думаю, можно эту резиночку носить как-то так. Не буду я похожа на какую-то испанку или итальянку. Не знаю, главное, на цыганку. Как-то так можно заплести. И вот тут я уже могу видеть, что я делаю. Скорее я вот так возьму, чтобы украшение. Можно этой заколкой играть по-всякому. Была бы фантазия, вот, время поиграть со своими волосами и заколочкой новенькой. Ну и последнее, что я могу предположить об этой заколке, как я вот так сверху насаживаю, чтобы украшение было сверху, и собираю просто в элементарный хвостик, просто по девичьей, без всяких вычурнутостей. Ну что, у меня осталась последняя вот такая вот посылочка, которую я еще не посмотрела, и ее голыми руками не открыть, не нужны ножницы. И, о удивление, это снова заколка. Я безумно рада. Я так люблю заколки. Это просто моя с детства мечта всегда иметь всякие разные заколки. Ах, кто их не любит, да? Настоящие истинные девочки. Мне еще в подарок что-то положили. Вот это продавец. Он мне сережки положил. Но я такие не ношу сережки. Спасибо огромное, я кому-то их подарю. Они такие яркие.
Вот, собственно, эта заколочка. Сейчас. Какая она красивая. Открывается. Здесь типа шпилька. Ой, сейчас. Я очень люблю вот так вот носить волосы. Кручу много тысяч раз. Теперь одевается заколочка. И... ой. В эти пипочки надо попасть. И с этой где-то стороны. Вот оно чего! И последний вариант. Это в целом соберу волосы. Провернуть еще раз. Эта заколка очень хорошо подойдет, у кого густые волосы. У меня так средние. Но все же мне пришлось сходить к зеркалу и собрать там, возле зеркала. Вот что-то у меня получилось. Но в любом случае, мне очень понравились все мои покупки на Алиэкспресс. И я очень довольна. Могу сказать, заколка реально стоящая. Она очень круто выглядит. Мне она идет. Мне кажется, она многим подойдет. Все, кто носит вот такие вот дулечки, кукишки. Ее даже можно где-то здесь установить, в любом вообще месте.